Ничего не бывает зря. И если вы что-то совершили, значит, тот конкретный момент вашей жизни, на том конкретном этапе вашего развития, и в данном поступке был смысл. Смысл для вас, а не для кого-то. Это ваша жизнь. И если вам кажется, что вы могли поступить по-другому, знайте, вы не могли. У каждого есть такой период в жизни, который хотелось бы прожить еще раз или забыть и никогда не вспоминать. Почему это остается загадкой для каждого из нас? Это больно. Но ту боль, которую ты чувствуешь сегодня, превратится в силу, которую ты почувствуешь завтра. Придет момент. Сегодня, завтра, послезавтра, это тоже никому не известно. Но этот момент придет, когда глаза встретятся снова. И на этот раз улыбка будет на твоем лице. Живи с этой мечтой.